Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Увлекательнейшие противостояния в каждом матче, великолепные вывески, безупречные интриги. Ну и, конечно же, сегодняшний матч никоим образом не уступает другим поединкам пятого игрового тура. Чемпион западной премьер-лиги против финалиста прошлогодней Лиги чемпионов. Что может быть интереснее этого противостояния? Тем более, когда в этом матче без какого-либо преувеличения, по большому счету, решается судьба команды, решается... Насколько к последнему туру группового этапа сохранится интрига в этой подгруппе. И на самом деле Гефест, который сегодня является хозяином поля, выступает на любимом и привычном для себя стадионе на Флотской улице. Нужно совершить... Настоящее маленькое футбольное чудо. Отыграть гандикап не в один, не в два и даже не в три мяча, а в целых пять, чтобы по дополнительным показателям уравняться с ФКСП. Напомню, что во втором туре группового этапа на Сетунь Парк, на несчастливом для Гефеста Сетунь Парк, Гефест уступил разгромно. И сейчас в турнирной таблице не только... отстает от своего оппонента на 3 зачетных балла, а, наверное, будет правильно говорить, отстает от своего оппонента на 3,5 зачетных балла. Что ж, главный арбитр встречи уже дал свисток, возвещающий о старте этого противостояния, поэтому предлагаю не тратить лишнее время, начать знакомиться с составами играющих сегодня команд, с иными действующими лицами. Обслуживают сегодня... этот поединок главный рефери Алексей Сергеев. На бровке ему помогает Игорь Елисеев. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Ну и отдавая дань уважения нашим сегодняшним гостям, предлагаю начать знакомиться со стартовыми составами именно с футбольного клуба ФКСП, который из-за, скорее всего, вечернего времени начала матча все-таки... принял решение сыграть не в синей форме, а в такой кислотно-салатовой. Хотели все-таки футболисты западного округа играть в традиционных для себя синих цветах. Однако понимаю, что уже достаточно позднее время в Москве. Освещение все-таки не идеальное, будем честны. И могут все-таки возникнуть определенные проблемы не только у самих футболистов, но и... журналистов, зрителей и иных лиц, следящих за этим противостоянием. В воротах у ФКСП Алексей Чайкин, его номер 79-й, Михаил Ефимов, 78-й, в центре обороны расположился, Рустам Идрисов, 18-й, справа, Алексей Васильев, 8-й, слева. Здесь Гефест атакует, дальний удар Андрея Моисеенко, продолжается атака, мяч штрафной, и... но повторного добивания не последовало. Александр Заикин, 49-й, в центре поля расположился. Справа Кирилл Бирюков, 4-й. Слева Валерий Аванесян, 20-й. На острие атаки Владимир Читаев, у него на спине номер 10-й. Футбольный клуб «Гефест» уже переоделся в зимний комплект экипировки. Еще один удар такой со средне-дальней дистанции. Вновь получилось достаточно опасно. Показалось, что Чайкин... контролировал полет мяча, по крайней мере, показывал он своим партнерам, что именно контролирует он ситуацию, но все равно выглядело достаточно опасно. Гефест уже, как я сказал, приоделся в зимний комплект экипировки полностью черного цвета. Для тех, кто не так часто следит за античными, наверное, будут определенные проблемы с идентификацией футболистов. Постараюсь вам... в этом всячески помочь. Здесь Читая выбирается на ударную позицию, но все-таки сумели защитники его выдавить из центра, выдавить уже ближе к краю. Оттуда угрожать было посложнее. В итоге все-таки момент состоялся. Читая доборолся и сумел выполнить скидку на партнера. Дальний удар на этот раз уже Станислав Станиславский, защищающий ворота под 32-м
номером показывал, что ситуацию контролирует. Андрей Моисеенков, 6-й слева в обороне, играет. Константин Лозбенев, 4-й в центре. Станислав Каханов, 51-й справа. Максим Мухин, 7-й в центре полузащиты. Андрей Идрисов, 90-й справа. Александр Масленников, 28-й, прошу прощения, слева, конечно же. И Сергей Анохин, 25-й на острие атаки. У обоих соперников сегодня достаточно глубокие составы, особенно это касается ФК СП, который привез на Флотскую сразу 21 футболиста, готового вступить в игру. У Гефеста ситуация чуть-чуть поскромнее, но тем не менее все равно есть кем игру усилять в случае необходимости. Ну, например, конечно же, здесь бросается в глаза, что сразу несколько знаковых и сильных футболистов готовы выйти в первую очередь в среднюю линию. А здесь еще один момент создает ФК СП. Вновь здорово здесь отборолся капитан прокуратуры Владимир Читаев. Выполнил скидку направо на Кирилла Бирюкова, для которого стадион на Флотской, конечно же, прекрасно знаком, прекрасно известен. В последней игре чемпионата западной премьер-лиги Бирюков получил прямую красную карточку, и теперь после этого удаления вынужден 2 матча во внутреннем чемпионате пропустить. Висит он на горчичнике, к слову, и в Лиге чемпионов. Следующая желтая карточка также станет для него пропускной, но вот сегодня в этом важнейшем противостоянии, безусловно, своей команде он может и намерен помогать. Вот сейчас пытался он выполнить скрытую передачу, такой ассист внешней стороной стопы, но в дело вмешался главный арбитр, невольно оказавшийся на пути мяча, и таким образом немного помогший Гефесту мяч таким образом забрать. Стартовая разведка, стартовая пятиминутка у нас тем временем уже завершилась. Отметим, конечно же, что оба соперника не собираются откладывать дело в долгий ящик, стараются максимально использовать уже стартовые мгновения встречи. Но опять же повторюсь, для ФК СП не будет даже поражения сегодня в какой-то степени критичным, потому что будет все по-прежнему в руках западного клуба. Нужно даже в случае неудачи сегодня, неудачи не с крупным счетом, назовем это так, просто обыгрывать в последний игровой уикенд Лиги Чемпионов у себя дома Кайзер. Кайзер, который уже обеспечил себе Евровесну. Вот так вот многие эксперты, конечно же, выделяли, что в этой подгруппе за выход, конечно же, борьба будет достаточно серьезная, но все-таки именно Гефест и ФК СП считались фаворитами квартета, а на деле получилось, что именно Кайзер уже забронировал себе выход в плей-офф, причем сделал это раньше всех в Московской Лиге Чемпионов. Так что на самом деле большой еще вопрос, будут ли короли в последнем туре уж сильно уж упираться. Понятное дело, что для них это по большому счету все в новинку, им хочется, во-первых, и первое место в квартете занять, чтобы соперника, скажем так, полегче получить в первом раунде плей-офф. Но даже если этого и не произойдет, для северо-восточного коллектива выход в плей-офф — это уже, безусловно, хороший результат. А здесь в атаке ФК СП передача в штрафную. Атака продолжается. Пусть этот ассист и был не совсем точным. Обратный пас, удар выручает Станислав Станиславский после удара 17 номера гостей. Пытаюсь я сейчас в своем огромнейшем протоколе найти этого футболиста. Это Алексей Тринитацкий. Видимо, произошли какие-то перестановки у нас буквально перед самым свистком, возвещающим старт поединка. И слева в полузащите у нас именно Алексей Тринитацкий появился. Вот сейчас он и разгонял атаку своей команды, выполняя передачу штрафную на Владимира Читая, а получилось, конечно же, не лучше, но в любом случае достаточно опасно. Затем последовал навес обратно в штрафную и пробивал уже в лед Тринитацкий, пробивал сильно, мощно, с близкого расстояния, но занявший верную позицию
Станислав Станиславский свою команду вытащил. И вот опять Тринитаски рвется к чужим воротам. Передача направо. Будет удар в одно касание. Нет, здесь пытался классно сыграть Александр Заикин, также известный по недолгому своему выступлению на севере за Неву. Ну а здесь похоже, что первая желтая карточка будет в сегодняшнем поединке. Или же просто припугнул одного из футболистов прокуратуры главный арбитр встречи. Похоже, что пока да. Пока без каких-либо серьезных санкций. Атаку, конечно, перспективную срывали гости, но понимая накал встречи, понимая, что желтых карточек здесь может быть действительно большое количество, решил рефери сразу же листопад на Флотской не устраивать. Очередная потеря, и вновь ФКСП идет вперед, читая, классно разворачивает корпусом соперника, прострел в штрафную. Не совсем точной получилась передача подключившегося к атаке Алексея Васильева, а теперь уже и Гефест рвется вперед, удар! Прорывался штрафной соперника. По-моему, это Александр Масленников был. Лучший бомбардир Гефеста в нынешнем сезоне. Конечно, много моментов сам себе и создает Масленников. И в то же самое время успевает их не реализовывать. Но факт остается фактом. Именно он возглавляет список бомбардиров. Причем как во внутреннем первенстве, так и в Лиге чемпионов. Вчера, к слову, Гефест проводил матч внутреннего чемпионата, встречался с Легионом и добился сверхуверенной победы со счетом 9-3. Да, были определенные проблемы у античных по ходу встречи, и Легион даже вел в счете, но в конечном итоге все-таки удалось подопечным Алексея Швындина склонить чашу весов в свою сторону и добавить в копилочку очередные 3 очка, которые подняли Гефест в турнирной таблице. Но сейчас, когда идет на севере лишь первый круг чемпионата, в связи с новой системой розыгрыша турнира, понятное дело, что итоговое место перед зимним перерывом не будет иметь особого значения. На первом месте ты завершишь или на шестом, потому как после этого все очки сгорают, команда делится на 2 восьмерки, и затем уже в таком между собойчике начинают выяснять, кто же в следующем сезоне попадет в Еврокубки, кто закончит чемпионат с медалями и так далее. ФКСП, насколько мне известно, вчера отдыхал, матча календарного чемпионата у прокуратуры запланировано не было, и вот этих самых переносов достаточно много уже набралось у западного коллектива. По потерянным очкам, между прочим, ФКСП как раз-таки и лидирует во внутреннем первенстве. Но из-за того, что команда сыграла всего 9 матчей, не может она, скажем так, даже физически возглавлять турнирную таблицу. Отстают футболисты прокуратуры от лидирующего в чемпионате трансконтейнера на 3 очка, при том, что трансконтейнер провел на 4 сразу матча больше. У Мегатитана, к слову, идущим вторым, 26 баллов после 11 встреч. В общем, ФКСП лишь однажды во внутреннем первенстве в нынешнем сезоне уступил, а вообще во всех турнирах проигрывал последний раз аж 17 сентября в поединке первого тура Лиги чемпионов как раз-таки против Кайзера. После этого великолепный ход прокуратура набрала, и именно благодаря нему сейчас и лидирует, пусть по потерянным очкам во внутреннем чемпионате, и достаточно хорошо дела складываются в Лиге чемпионов. Хорошо, но не идеально. Для идеального нужно, конечно, сегодня побеждать и оформлять выход в плей-офф. У Гефеста, понятное дело, задача кардинально иная, но позади у нас уже 13 минут, и по-прежнему счет не открыт. Повторюсь, полностью сегодня любая победа Гефест не устраивает. Нужно обязательно делать ее как можно крупнее. Но пока, на самом деле, про голевые моменты особо речь не идет. А если идет, то, наверное, стоит признать, что поопаснее, поострее в стартовые минуты, в стартовую 15-минутку были гости. Но, опять-таки, это все из того разряда, когда
один единственный эпизод может полностью изменить ситуацию на поле. Вот сейчас поскользнулся один из футболистов гостей, и в атаке уже Гефест очередной. Очередной дальний удар вновь от Александра Масленникова. Извиняется он перед партнерами, поднимая руку вверх. У ФК СП, к слову, в одной из пауз сразу несколько замен произошло. В частности, вот Валерия Ванесян вернулся относительно стартовой расстановки и вышел на поле, заняв позицию в линии полузащиты. Попробую сейчас найти еще какие-то изменения. Пока здесь Андрей Идрисов головой отправляет мяч в направление Сергея Анохина, который фолит, проиграв позицию, неудачно обработав мяч. А затем он прихватывал Алексея Васильева и не позволил тому остаться на газоне. Разыгрывает Васильев с ближним. Ефимов. Передача вперед. Вот здесь на острие атаки как раз-таки Сергей Фаустов. Появился еще один футболист, который на севере известен, на севере любим многими. Но сейчас он защищает цвета западного клуба и защищает достаточно успешно. Много забивает Сергей и является одним из творцов успехов ФК СП во внутреннем чемпионате. А вот в Лиге Чемпионов, напротив, Сергей Фаустов забил в нынешнем сезоне всего два раза. А лучшим голеадором считается как раз-таки Аванесян и Владимир Читай. У них на счету по три мяча. Момент, и еще один Гефест создает. Опять-таки, достаточно неплохо развивалась эта атака. На исполнение последовал удар в правый от вратаря угол. Чуть-чуть точности не хватило. Понятное дело, что если бы там никакой опеки не было, то удар и получился бы точнее. Но кто позволит в таком важном противостоянии совсем уж без сопротивления атаковать ворота соперника? Моисеньков пытается длинной передачей начать атаку своей команды. Не получается. Фаустов отыгрывается назад. На дальней от нас бровке развивается эта атака. Вот он момент. И еще один возникает. И первый гол в сегодняшнем матче стоялся на 16-й минуте. И его автором становится еще один футболист, начинавший матч на скамейке запасных. Это Виталий Румянцев, 77-й номер, номинальный защитник в моем протоколе. Но вот в этой атаке оказался он в чужой штрафной и на исполнение покатил мяч в дальний угол. Вот то, что не удалось сделать ФК СП в первой половине первого тайма, когда, помните, пробивал на силу скорее Алексей Тринитацкий. Сейчас здорово исполнил Виталий Румянцев. 1-0, 16-я минута, уже 17-я пошла. И ФК СП забивает первый гол, гол в гостях. Ситуация для Гефеста превращается из архисложной просто в критическую. Фаустов подталкивает чуть-чуть спину Лозбенева. Ничего не утаилось от глаз главного арбитра встречи. Гефест начинает свою атаку. Вот он момент. И не попадает мяч в ворота. Выручает свою команду голкипер. Вовремя сократил он угол обстрела. Не позволил состояться ответному мячу буквально через полторы минуты после того, как ФК СП открыл счет в матче. Гефест бодрился, конечно же, и это видно. Иного уже варианта попросту античных не остается, но просто взбодриться этого уже на самом деле не так и мало. По-моему, Евгений Ширинков там выбирался на ударную позицию на дальней от нас половине поля. Происходили события, поэтому, если вдруг ошибся, прошу меня извинить, но комбинация действительно получилась очень и очень
Хорошая. У Гефеста еще один момент, и будет добивание. Выручает свою команду. Голкипер здорово здесь сыграл. До последнего доборолся Алексей Чайкин и не позволил уже в пустые ворота отправлять мяч. А теперь ответ от ФКСП. И здесь уже в подкате Андрей Моисеенков классно играет. Еще и мяч оставляет у своей команды. Сразу несколько классных защитных действий. Увидели мы сначала на одной половине поля, затем на другой. И счет остался неизменным. 1-0, ФКСП ведет. Заканчивается у нас постепенно первая 20-минутка встречи. Пока единственный гол в сегодняшнем матче мы увидели, но абсолютно точно нельзя сказать, что игра скучная. Наоборот, игра просто великолепна, на мой взгляд. Сергей Мажухин в подкате выбил мяч за боковую. Гефест начинает новую свою позиционную атаку. Передача в штрафную. Ну, удар. Мяч попадает в кого-то из защитников, но ни один из игроков даже и не пытался сигнализировать об игре рукой. А теперь фол. Насколько я понимаю, фиксирует рефери. Или же все-таки аут. Похоже, что просто акцентировал внимание футболистов свистком рефери, от кого в итоге покинул мяч пределы поля. Посчитал он, что от ФКСП. Станиславский спокойно берет мяч в руки, ищет, каким образом можно начать атаку своей команды. Начинает он ее длинным выносом. Падение, очередное падение, но на этот раз фол был. Удалось продемонстрировать фол футболисту Гефеста и штрафной. Зарабатывают они на 21-й минуте. Отличная позиция как для левоногого футболиста, так и для правоногого. Может и Андрей Моисеенков пробить. С капитанской повязкой на руке он. И в итоге и бьет Моисеенков. Интересный розыгрыш придумали античные, но такое чувство, что не до конца он был отлажен. И в итоге Моисеенкову не удалось как следует подстроиться под эту микропередачу. Ну а ФКСП продолжает делать замены. Недаром у команды обширная заявка на сегодняшний матч. Возвращается на газон, вот я вижу, Кирилл Бирюков, Александр Заикин. Бирюков, правда, теперь на левой бровке будет действовать, на ближней к нам. Видимо, решил тренерский штаб поменять фланги местами и посмотреть, что получится из этого. Ну а пока в атаке Гефест. Хорошая комбинация. И пас на третьего тоже удался. Но опять-таки по-прежнему все чуть-чуть и не хватает Гефесту, чтобы наконец-таки провести столь необходимую голевую атаку. Вот сейчас передача до Алексея Гусева не дошла, заменившего в одной из последних пауз на острие Сергея Анохина. Моисеенков головой продлевает полет мяча. Мирюков подставился под фол. Выжил максимум в этой ситуации, оказавшись сразу в окружении нескольких соперников. Ну и очередные замены. Уже действительно их достаточно много по ходу даже первого тайма произошло. Владимир Читаем возвращается на острие атаки. Вот сразу же на него и следует передача. Не удалось ему в борьбе
с Константином Лазбеневым выполнить адресную скидку. Но Лазбенев действительно достаточно неплохо действует на позиции последнего защитника. Поклонники Гефеста могут не волноваться. С Мартином Хориным, насколько я понимаю, все в порядке. По крайней мере, в заявке на сегодняшнюю игру он присутствует в качестве одного из защитников. Но вот выбор сегодня пал именно на Лазбенева. И не сказать, что это такая уж редкая, скажем так, акция. Немного успокоилась у нас игра после того самого взрыва эмоций. Как-то ФКСП забил, а затем и Гефест создал отменный момент. Вот еще одна возможность для гола. И вновь блестящий просто действует Алексей Чайкин. Отражая мяч в ближнем бою. Гефест голу подобрался. И, наверное, этот самый гол уже заслужил. Но ФКСП абсолютно иного мнения придерживаются по этому поводу. И, в частности, как раз-таки голкипер команды Чайкин сегодня просто великолепен. Выбивает мяч далеко вперед голкипер. Здесь Читая сначала затолкал одного защитника, потом пытался добраться до мяча, опередив второго. Не получилось. Слав Каханов. Остался единственным дефенсором, не принявшим участие в этом противостоянии с Читаем. Вот Станиславский уже начал одну атаку своей команды длинным выносом вперед. И мяч уже к ФКСП перешел. Не удалось там зацепиться за снаряд. Но вообще в последние минуты побольше мяч держится у прокуратуры. При том, что наоборот моменты чаще возникают именно вблизи владения Алексея Чайкина. И не сказать, что Гефест действует на контратаках. Просто вот так вот именно игра развивается. Зайкин откидывает мяч назад, получает обратную передачу и ускоряет темп развития атаки. Навес, но это слишком сильно, даже для Читая. Добраться до мяча шансов у него не было, скажем честно, никаких в этом эпизоде. Еще одна замена. На этот раз у Гефеста. Ширинков отправился отдыхать. Говорил я о том, что достаточно богатый выбор у Алексея Швындина сегодня именно в линии полузащиты. Поэтому неудивительно, что Ширинков, начинавший матч на скамейке запасных, появившись на поле, в итоге так и не доиграл до конца первого тайма. Ну а здесь уже Алексей Васильев ошибается. Мяч ушел за пределы поля. Фол фиксирует рефери. Алексей Гусев собрал на себе пару ударов по ногам. Вот и Максим Мухин тем временем также покинул пределы поля, прямо оказавшись в объективе наших телекамер. Каханов. Совсем точная передача. Здесь Идрисов вместе с Кахановым поборолись. Но в итоге мяч снова достается прокуратуре, которая в последние минуты такое чувство, что и не включает какие-то повышенные обороты. Не включает их, видно, и Гефест. Вот ему-то как раз-таки нужно прибавить. Нужно прибавить в креативе, в движении, да во всем что угодно. Лишь бы этот самый гандикап отыграть. Напомню, что Гефест проигрывает сегодня 1-0. И в таблице отстает на 3 зачетных балла. При том, что просто победа Гефест не устроит. Совсем не получился удар у Алексея Гусева. Хотя вот
Судя по тому, что угловой будут подавать античные, виной тому рикошет. Каюсь, от моего глаза это ускользнуло. Еще один дальний удар. Вновь защитники вместе с голкипером на чеку. Читая. И зарабатывать на себе нарушение правил за полторы минуты до конца первого тайма, наверное, то, что нужно. Сейчас западному коллективу меньше всего надо получить так называемый гол в раздевалку. Поэтому не удивлюсь, если кислотные постараются поконтролировать мяч до конца первой половины. Ну вот нет, ошибаюсь я, Ефимов пытается обострить длинной передачей, найти впереди Владимира Читая. Тот фолит, подталкивая в спину. И таким образом у Гефеста есть еще время на одну, может быть, даже и на две атаки в первом тайме. Но ошибается в передаче Каханов. Недопонимание между ним и Гусевым возникло. Недодачу давал Каханов, а Гусев начал за спину открываться. Ну и штрафной назначает арбитр. Может, еще и первая желтая карточка в сегодняшнем противостоянии. Ну и отличная возможность для того, чтобы разрыв перед перерывом увеличить для гостей. Основное время первого тайма у нас уже подходит к завершению, но, безусловно, Кириллу Бирюкову арбитр пробить позволит. Удар выше ворот. Посматривает арбитр на свой секундомер, на секундомер на табло и дает свисток на перерыв. Что ж, дорогие друзья, отдыхаем с вами минутку-другую и затем возвращаемся на Флотскую улицу. Завершился перерыв в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Поединке, в котором отношения выясняют Гефест и ФК СП. Впереди гостя 1-0. Благодаря единственному пока точному выстрелу Виталия Румянцева на 16-й минуте. И этот расклад, безусловно, абсолютно точно на руку ФК СП. И никоим образом не устраивает Гефест. 1-0, поражение с любым счетом сегодня оставляет античных за бортом главного клубного турнира Москвы. Да, конечно же, есть еще Кубок ЛФЛ, но после проигранного финала в прошлом сезоне у Гефеста, безусловно, только одна была цель в этом году. Это, безусловно, реабилитироваться за ту неудачу в серии 10-метровых и взять такие трофеи. Второй тайм начинается с атак Гефеста. Александр Масленников здесь прорывался в штрафную соперника, но вновь в ближнем бою Алексей Чайкин здорово сыграл и, сократив угол обстрела, затем еще и таким образом получилось, сохранил мяч для своей команды. Моисеньков ошибается в передаче. Контратака ФК СП начинается. Момент! Станиславский выручает свою команду после великолепного шанса Читая. Еще серия рикошетов. И заканчивается это наступление ФК СП просто упущенным шансом. Забей сейчас Читая. Делай счет 2-0. И, наверное, интригу в этом матче можно было бы считать умершей. Но нет, Станиславский оставляет свою команду в игре, делает важнейший сейв. Ну а здесь Читая уже фолит. Возможно, даже от раздосадованности на самого себя. Шанс ему, конечно, создали просто великолепный. Да и сам Читая пробил в одно касание также здорово. Но выше всяких похвал уже сыграл здесь Станиславский. И вообще, голкиперы сегодня действуют действительно здорово. Не один момент уже сегодня создал ФК СП. И не один шанс был у Гефеста в первом тайме. Но Станиславский и Чайкин на двоих пропустили лишь один гол. Что, конечно же, не может не радовать, прошу прощения, любителей такой
игры с низовым счетом. Вновь действует надежно голкипер ФКСП после дальнего штрафного. Продолжается атака Гефеста. Моисеенков будет из-за боковой вводить и делает это с ближним, с Лазбеневым. Но тот неудобную передачу обратно отдал, и пришлось догонять мяч капитану Гефеста и уже просто стрелять куда-то туда в направлении штрафной вратарской соперника. В итоге мяч ушел за линию ворот. Далеко вперед выбивает мяч Чайкин. Верховое единоборство остается за Гефестом, но первым на подборе был соперник. Васильев бросает мяч на Заикина. Снова Васильев и еще один аут. Читаем. Играет центр, дальний удар. Достаточно мощный, но точности этому выстрелу не хватило. Ну и первая замена во втором тайме. Ожидаемо она проходит в составе ФКСП. Активно гости используют ротацию состава сегодня. Возвращается на газон Сергей Фаустов. Также появился на поле и Валерий Аванесян. Но пока в атаке Гефест. Все-таки Гефесту сейчас нужнее, безусловно, атаковать. Нужнее забить этот самый эквалайзер, который, повторюсь, в любом случае пока Гефест устраивать не будет. Слишком много раз я говорил по ходу сегодняшней трансляции о турнирных раскладах. Напоминаю и себе, и вам, дорогие друзья. Надеюсь, что не успел вам наскучить. Неудачно выполненный штрафной и очередная возможность для контратаки возникла у ФКСП. Контратака это уже, конечно же, не назовешь, но вот мячом продолжают владеть именно гости, и Заикин зарабатывает таки штрафной, который быстро-быстро разыгрывает Михаил Ефимов, отправляя мяч на дальнюю от нас бровку. Еще один удар с носка, и неожиданно для Станислава Станиславского он оказывается не берущимся. Вот так вот, несколько негаданно даже, ФКСП забивает второй мяч в сегодняшнем противостоянии. Делает это Алексей Васильев. Подключился к атаке защитник. И второй гол забивают гости. Ну что ж, заслуженно большому счету ФКСП ведет в сегодняшнем противостоянии. Не хочу сказать, что Гефест играл плохо, отнюдь эпизодами давления на ворота Чайкина достигало просто каких-то астрономических показателей, но в отличие от античных, ФКСП доводят свои атаки до необходимого завершения. Вот и третий гол в сетке ворот Станислава Станиславского оказался. 3-0. Как бы не развалился сейчас Гефест. Очень мне не хочется, чтобы это произошло. Но вот этот вот гол Валерия Аванесяна окончательно, по большому счету, хоронят надежды античных на лигочемпионскую весну. Масленников перекидывает бросившегося в подкат Рустама Идрисова. Но потеряв доли секунды,
совершая этот маневр, мяч за лицевую упустил. Идрисов из-за боковой мяч бросает далеко вперед на Фаустова. Тот пытался в одно касание отыграться с партнером. Ванесян. Неудобную передачу ему партнер отдавал, но выбрался из сложной ситуации. 20-й номер ФК СП. И атака левым флангом развивается. Подача в одно касание, бьет Фаустов. 4-0. Великолепный гол Сергея Фаустова. И уже счет по сумме двух противостояний становится 10-1. Понятное дело, что у нас здесь групповой этап, а не дуэль с одним единственным оппонентом. Но подобный результат, конечно же, очень сильно бьет по непосредственно Гефесту и всем поклонникам северного футбола Москвы. Играть до конца встречи еще целых 20 минут. И судя по тому, как развиваются у нас события в начале второго тайма, это может быть еще далеко не конец в плане количества забитых мячей. Но пока у нас античные в атаке и зарабатывают хозяева угловой от правой бровки. Последует подача. Но нет, низом разыгрывают футболисты Гефеста. Безрезультатно. Очередная пауза, очередные замены. Вновь тройками в начале второй 10-минутки тайма происходят перестановки у прокуратуры. Но Гефест, насколько я понимаю, даже по-прежнему не все из заявленных на матч футболистов в игре в итоге участие приняли. Здесь Максим Мухин. Неточную передачу партнеру отдал. Очередное недопонимание. И момент был загублен. Снова Мухин с мячом на своей половине поля. Не стал обострять. Отыгрался в такую микростеночку с партнером. Налево. Моисеенков. И Аванесян не позволяет капитану Гефеста выполнить передачу в штрафную. Безусловно, как бы хотелось, чтобы вчерашний голевой задор Гефеста перенесся и на сегодняшнюю встречу. Но пока получается, что все свои голы, видимо, вчера уже античные забили. Вот еще один момент, который можно, наверное, к разряду голевых отряжать. Завершается упущенным шансом. Даже до удара дело пока Гефест не довел. И все-таки забивает один гол Гефеста на 43-й минуте. Максим Мухин здорово пробил низом. И не позволил заменившему Алексея Чайкина голкиперу свои ворота на замке оставить. Сейчас попробую разобраться, кто именно в воротах у ФК СП появился. Дмитрий Епифанов или Алексей Карасевич. Каких-то опознавательных знаков на экипировке голкипера я не нахожу. Поэтому однозначно, к сожалению, утверждать не возьмусь. Но по окончанию трансляции, конечно же, безусловно,
эту информацию у своих коллег или же у арбитра встречи уточню. Очередной фол. На этот раз фол в атаке. Досталось неугомонному Моисеенкову соперника. Но без травмы. К счастью, обошлось. Станиславский убивает мяч на чужую половину поля. В итоге здесь появившийся на газоне Михаил Полищук недавно сыграл первым. Головой за боковой мяч выбил. Ну а здесь мяч предела поля не покинул. Предлагает арбитр продолжить Гефесту атаку. При подсказе резервного арбитра. Но вновь до удара это наступление античной не довели. Пожурил я немного команду Алексея Швындина, что хороший момент был упущен, не довели до логичного завершения это наступление футболисты в черной форме, а в итоге получилось, что вторая волна этой самой атаки завершилась голом Максима Мухина. Недоволен Моисеенков решением арбитра. Сейчас на самом деле с эмоциями нужно совладать. Античным не хватало еще и желтых, а то и красных карточек на ровном месте наполучать. И в итоге свое выступление в плей-офф второго по значимости клубного турнира Москвы поставить под сомнение. Но Гефест продолжает сражаться в любом случае в сегодняшнем матче. Знаете, вот принято говорить, что все потеряно, кроме чести. Это вот сейчас абсолютно точно про Гефест. Андрей Дрисов здесь штрафной зарабатывает. Нужно быстро разыгрывать мяч Гефесту. Вот здесь как раз-таки Моисеенков был один удар. И момент будет еще. И заблокирован выстрел. Не удалось затолкать-таки снаряд в ворота. Моисеенков здесь на перехвате играет. И передачу направо отдает. Еще один шанс, еще удар. Если так пойдет и дальше, то, по крайней мере, за результат сегодняшней встречи Гефесту еще может удастся зацепиться. Возможно, я где-то и придумываю интригу на ровном месте. Ну, такая уж у меня доля. Дальний удар Григория Стригунова. Не оказался точным. Ну и желтую карточку Моисеенков, как я понимаю, все-таки получает за систематические высказывания в адрес арбитра. Но для Моисеенкова это предупреждение пока критическим не является. Хорошая передача Моисеенкова на Мухина. О, еще один удар. Разворот от Максима Мухина. Мяч мимо цели проходит. И новая порция замен. Спасибо большое нашему оператору. Сейчас вы во всей красе сможете насладиться этой кадровой перестановкой ФКСП. Весь состав, тренерский штаб гостей поменял перед заключительным отрезком встречи. Бирюков. Дает передачу налево. Здесь без нарушения правил Моисеенков мяч у соперника отобрал. Масленников. И неточный
Пас от Александра Масленникова. Начинает контратаку соперника. Но здесь уже и Читая допустил технический брак. Нечастое событие. Моисеенков падает и штрафной зарабатывает. Недоволен он действиями соперника. Обращаясь к нему по имени, безусловно, все друг друга прекрасно знают. И Идрисов с Моисеенковым не исключение. Но здесь выдавливал соперника подальше от своей штрафной Рустам Идрисов и все-таки переборщил. Максим Мухин не будет пробивать этот стандарт. Оставляет он это право Константину Лузбеневу. Удар в ближний угол. И 2-4 становится счет. А нет, прошу прощения, это Станислав Каханов пришел с противоположной бровки. Специально, чтобы пробить по статичному мячу. Его выстрел оказался точным. Но пока этого мало даже для ничейного результата в сегодняшнем противостоянии. Еще как минимум дважды нужно забивать Гефесту, чтобы не проиграть в этом противостоянии. И трижды, чтобы интригу в групповом этапе сохранить. Бирюков опережает здесь Максима Мухина. Четвертый номер ФКСП. Придерживает мяч, позволяя занять свои позиции на поле партнерам, но ошибается в передаче Алексей Васильев. Масленников не достает до мяча. Вовремя вышел голкипер из ворот и не позволил очередному моменту состояться. А забей сейчас Гефест третий мяч, и вот эта вот интрига бы у нас закрутилась. Не хочу, конечно же, притягивать решение под ответ, но именно после того, как ворота покинул Алексей Чакин, стали шансы появляться и у Гефеста. А эти самые шансы, точнее, стали конвертироваться в забитые мячи. Шансы-то были и до этого. И вот еще одна замена вратаря. Таким образом, все три заявленных голкипера в сегодняшнем матче у ФКСП примут участие. Но пока, конечно же, геройство Алексея Чайкина выглядит важнейшим залогом успеха ФКСП, в том числе и в этом противостоянии. В нужные моменты Чайкин свою команду поддержал, совершив пару классных спасений. Не хочу ничего плохого в адрес Дмитрия Епифанова и Алексея Карасевича говорить. Понятное дело, это тоже голкиперы высокого уровня. Но вот лично на меня Чайкин сегодня произвел просто феноменальное впечатление. Гусев. Чуть было у него мяч. Александр Масленников не отобрал, а в итоге сопернику в любом случае помог своим движением. Сбил он с шага партнера и состоялась таки потеря мяча. У нас тем временем уже вовсю идет заключительная 10-минутка встречи. 2-4 на табло. Гости ведут в счете. Напомню, что после единственного гола в первом тайме ФКСП забил. Затем за короткий промежуток времени сразу три мяча. Мог сейчас забивать и пятый гол, но не удалось доверного разыграть эту симпатичную комбинацию. И лишь после того, как счет стал 4-0, Гефест сподобился на два мяча. Пока их, наверное, стоит назвать двумя голами престижа.
Но если Гефест успеет забить третий гол, возможно, мы заговорим и об возрождении интриги. На следующей неделе и ФК СП, и Гефесту во внутреннем чемпионате предстоит провести по две игры. Гефест сразится в субботу с Интером, затем в воскресенье проведет экзамен для забравшегося достаточно высоко в таблице МЗКП. Ну а ФК СП также будет свои перенесенные матчи доигрывать и помимо Титана сыграет еще и с Кеглями. Эти встречи также состоятся в субботу и воскресенье соответственно. Ну и затем через уикенд уже получается, помимо игр Лиги Чемпионов, помимо игр шестого тура группового этапа, также игр чемпионата в субботу проведут соперники сегодняшнего матча. И Гефест перед игрой с Россошью разомнется на Европе, а ФК СП перед сражением с Кайзером за лидерство в квартете сыграет с ЛЧО. Да, матч Кайзера с ФК СП, это, конечно, будет классное зрелище. Победитель этого противостояния с большой долей вероятностью займет первое место в группе. В случае с ФК СП нужно будет прокуратуре отыгрывать два мяча гандикапа. Ну а ФК СП все-таки идет вперед, ищет возможность для пятого гола. Еще один момент у ворот Станиславского возникает. Гефест, понятное дело, уже вовсю думает исключительно об атаке в надежде все-таки совершить камбэк в стиле ЦДК. Помните, несколько сезонов назад в Кубке ЛФЛ армейцы сумели как раз-таки Гефест огорчить. И эта самая победа в ответном матче плей-офф уже даже словно нарицательной стала для вот таких вот спасений. Но все-таки задача у Гефеста сегодня посложнее. Станиславский быстро вводит мяч в игру, не тратя лишние секунды на поиск лучшего решения. Отыгрался с ближним. Моисеенков пытается избавиться от опекуна в лице Кирилла Бирюкова. Вынудил Бирюков в итоге Моисеенкова отдавать передачу правой ногой. И в итоге пас для Максима Мухина получился неточно. Никуда не спешат гости, оно и понятно. Время работает на них. 4 минуты у нас остается до окончания основного времени этого матча. Вряд ли арбитр что-то еще компенсирует командам. Не так много было неигровых пауз. А вот Аванесян сейчас может соорудить пятый гол для ФК СП. Бирюков прострел. Здесь никого из партнеров не оказалось. И Гефест летит на всех парах в контратаку. Ширинков и его останавливают соперники на своей половине поля. Мяч остается у Гефеста. И здесь еще ошибочка получается, неудачно здесь Лазбенев сыграл, и заканчивается все штрафным ударом. Аванесян на правах главного голеадора прокуратуры в Лиге Чемпионов берет мяч, устанавливает его, но здесь сразу еще несколько кандидатов для выполнения этого штрафного собралось. Без свистка разыгрывают кислотные, и желтую карточку за это получает забивший гол Кирилл Бирюков. Видимо, все-таки был сигнал от рефери, что нужно именно после свистка разыгрывать этот штрафной. Но судя, что Бирюков не особо и спорил, видимо, действительно такой жест был. Еще одна попытка пробить от Бирюкова на этот раз.
по всем правилам было опасно, но не точно. А здесь в итоге даже из обороны в атаку выйти Гефесту не удалось. Еще одна замена. ФКСП на заключительную двухминутку на поле возвращается автор первого гола в сегодняшнем противостоянии Виталий Румянцев. В атаке ФКСП. И удар в дальний угол. Подставляет здесь пяточку. По-моему, это Аванесян был. 5-2. В итоге даже от крупного поражения Гефест не спасается. Ну а Валерий Аванесян на 59-й минуте оформляет дубль. Наверное, можно уже поздравлять ФКСП с выходом из группы. Пусть де юре это произойдет после того, как главный арбитр встречи даст финальный свисток сегодняшнего матча. Но понятное дело, что 4 гола, ну, никоим образом Гефесту отыграть уже за 20 секунд не удастся. 5-2. Болезненная оплеуха для Гефеста, которому теперь, в принципе, можно будет сосредоточиться на внутреннем первенстве, ну и, возможно, на розыгрыше Кубка ЛФЛ. Здесь, правда, тоже участие ему еще не гарантировано, потому как Россош еще имеет шансы. Ну и все решится в последнем туре. Ну что ж, закончился этот матч, закончился 5-й тур группового этапа Лиги Чемпионов для Гефеста и ФКСП. 2-5, крупная победа гостей. Ну а я с вами, дорогие друзья, буду прощаться. Для вас сегодняшний матч прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги и до свидания. Один-один.